Как бы не хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об этом говорили, невозможно. Достаточно просто посмотреть на карту. Используя наши естественные конкурентные преимущества, мы продолжим наращивать свой транспортный потенциал, расширять сеть автомобильных и железных дорог, строить новые подходы к морским терминалам и увеличивать их мощность. Однако на смену эпидемии пришли иные вызовы, также глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле. Ничего обычного в этом нет. Это политика, которая проводится коллективным Западом на протяжении десятилетий. Но катализатором этих процессов стало ускользающее доминирование Соединенных Штатов Америки в глобальной экономике и политике, а также упрямое нежелание или даже неспособность западных элит увидеть, признать объективные факты. Уже говорил, за последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, можно сказать, тектонические изменения.